Сегодня, значит, у нас сломалась ступица. И покинул чат суппорт атмосферный от Сильвы. Вот так вот. У кого есть суппорт атмосферный, ниссановский, по-моему, 15-ка, 14-я Сильвия. Эх, а ну засватать. Ладно, ничего, починим. Молодое поколение ломает технику, но при этом активно газует. Ладно, починим, будем дальше газовать. Короче, какая-то тут суета на площадочке. Видимо, дорога в дрифт. Вот вам, пожалуйста, на двух рулях, на педалях, на карбике стреляют по площадочке. Окушечка, окушонка, окушоночка. Федя тоже. Здорово, бро. Как оно? Да, все, пушка. Ну что, суета на площадочке, да? Окушонка едет. Окушоночка, давай. Оп. Ну-ка, ну-ка, смотрим, смотрим. Давай, давай, поближе, поближе сюда. Бра! Как вам такая аппаратура, а? Что-то напоминает. Что-то напоминает. О, интересненько. И даже не горячо. Да, лютая хрень. Да, вот так вот пацаны и газуют. Ну согласитесь, вид имеет, да? И жучка не отстает. Ах, эти дрифтерские дела. Суппорт сам себя не купит. Но уже нашел. Уже купил. Скоро починю, ребята, не переживайте. Так что, ребятульки, не переживайте. Все, кто был записан на тренировочки, на занятия, в академию. Все по плану, все нормально, несмотря на то, что вы любите иногда ломать машины. Не надо этого делать.